Добрый вечер. В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Сегодня губернатор Михаил Котюков выступил с посланием перед депутатами, перед общественностью. Что там было важного? Какие тезисы озвучил глава края? И как это повлияет на нашу с вами жизнь? Сегодня обсудим с нашим гостем. Это Денис Терехов, депутат Законодательного собрания края. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Денис, жить станет лучше нам? Вот что из обращения, вернее, из послания вы вынесли? Ну, Михаил Михайлович говорил час 30, час 40. Я, с вашего позволения, как-то короче постараюсь все это пересказать. И, с вашего позволения, опять же, буду подглядывать, потому что я стенографировал его выступление. Мне кажется, это как раз тот случай, когда все, кто был в зале, должны были это делать. Ну, просто потому что послание губернатора, мне кажется, это очень важный политический и стратегический документ. Потому что вот там пафосно, конечно, все так любят говорить, что вот мы все команда Красноярского края. Но мы действительно, мне кажется, в зале все чувствовали себя членами одной команды. И вот наш главный тренер, так, в спортивных терминах или там наш рулевой, вот нам этот как бы курс и задавал. Очень важное и самое главное направление, самая главная мысль, которую я услышал из послания Михаила Котюкова, мы должны, в общем, все... Мы должны перепридумать заново Красноярский край. Потому что у нас совершенно невероятные цифры. Вообще консолидированный бюджет 0,5 триллиона, 500 миллиардов рублей. Это бюджет Красноярского края и городов красноярских, муниципалитетов. Это очень серьезные деньги. Еще примерно в два раза больше мы отдаем федеральный бюджет в виде налогов. И порядка триллиона у нас вообще инвестиционный портфель. И наша задача в ближайшие там, 3-5 лет, потом горизонт планирования сейчас 2030 год, придумать новый Красноярский край. Новый Красноярский край в новых реалиях. А то есть высокотехнологичный. А что делать с уже придуманным, вот с тем, что уже есть? Ну, знаете, я скажу вам так. Мне кажется, что задача любого политика каждый раз придумывать все заново. Подход новый. Подход новый. Ну, и вообще, я скажу вам так, ведь совершенствоваться нужно постоянно, это же процесс. Как известно, у самурая нет цели, есть только путь. Хорошо, а в чем тогда ключевые особенности вот этой новой идеологии? Мы должны думать о технологическом суверенитете. Вот это очень важный момент. Угу. И ведь всегда к Красноярскому краю, в частности, к Сибири в целом, относились как к сырьевой базе. Вот мы умеем только добывать полезные ископаемые. Но почему? У нас же индустрия в 90-е, которую порушили. Вот считалось, что мы умеем только добывать, значит, полезные ископаемые из недр, и больше ничего не умеем. Мы умеем их продавать на зарубежные рынки. Сейчас нам нужно создавать новые и новые переделы. То есть, грубо говоря, мы не просто добыли металл, но сделали из него уже какую-то металлическую заготовку, в каких сферах уже намечаются вот такие новые, подчеркну, предприятия полного цикла, что ли? Ну, смотрите, это все будет строиться на базе так называемых технологических долин. Их, скорее всего, будет несколько. И идея, например, там, научной долины, которая будет строиться на базе наших вузов, ну, в первую очередь, конечно, СФУ, но в том числе и других красноярских вузов, которые будут объединяться в единую такую студенческую долину, в единую научную долину, это вот и то место, где будет фундаментальная наука развиваться, и, соответственно, оттуда же будут какие-то... Там будут зарождаться какие-то утилитарные вещи. Угу. Кроме всего прочего, у нас есть же высокотехнологичные предприятия, которые, например, спутниками занимаются, или брать Железногорск, которые работают на оборонку. Но в данном случае оборонка сейчас является таким двигателем, ну, в нынешней ситуации, прогресса для того, чтобы в дальнейшем, конечно, в том числе и технологии в мирных целях развивались. А вот смотри, Денис, у нас есть разные всякие технопарки, Кридби, там вот... Ну, в общем, очень много про инновации какие-то. И все, что придумывается на научной базе, и вы говорите, какие-то вещи, да, для пользы, все сталкиваются потом, что очень сложно этот проект как-то внедрить в производство, потому что требуются достаточно серьезные инвестиции, либо переоборудование и так далее. Ну, упирается все в инвестиции. И все это глохнет. Вот эти все разработки, ну, отчасти, да, лежат, где-то лежат. Я вот обещал подглядывать. Вот да. Смотрите, вот очень важный момент – это расширение перерабатывающего сектора и больше кооперации между отраслями. Так. То есть, грубо говоря, у нас не должен... Какие отрасли с какими у нас будут кооперироваться в ближайшее время? Вот, ну, на ближайшие 5 лет. У нас есть металл, у нас должно появиться машиностроение, и это машиностроение должно обеспечивать потребность, например, нашего сельского хозяйства.
Вот. То есть у нас будет новый комбайновый завод, стесняюсь спросить? Или что? Вообще, то, что у нас будут новые заводы, это совершенно точно. Об этом губернатор тоже говорил. А сельскохозяйственное, а что вам... Вот есть как конкретно-то понимание, что мы будем и мы можем выпускать? Губернатор раздал, я не считал, но, по-моему, там около 30, мне кажется, совершенно конкретных прямых поручений членам правительства. Обращался к депутатам с просьбой поддержать какие-то решения довольно быстро. Послание губернатора – это все-таки документ стратегический. Угу. Послание губернатора – это его политическое заявление, это декларация его программы. Дальше программу нужно уже будет положить на бумагу и превратить это в какую-то, ну, как принято говорить, дорожную карту. То есть понять, что мы будем делать дальше. Сейчас он наметил скорее основные направления движения. И такие рэперные точки. Поэтому, ну, простите, я сейчас не смогу прям календарный план появления того или иного завода понятно. Дать. Тем более он действительно говорил о событиях о горизонте 30-го года. Хорошо, дальше вопрос. Всех нас забудет черное небо, и это тема номер один у красноярцев. О, я могу об этом говорить дольше, чем губернатор. Как это соединяется с темой вот такой усиленной индустриализации нашего и так индустриального региона? Значит, смотрите, нужно понимать одну простую вещь. И сейчас это декларируется уже довольно давно, и это декларируется не только здесь, в Красноярске, но и вообще в целом по России. Предприятия не могут строиться с разными оговорками. Mm-hmm. То есть нельзя строить завод и говорить, знаете, вот мы здесь делаем завод, он будет платить довольно много налогов, но вам придется время от времени зажимать нос. Нет, таких вариантов уже больше нету. То есть, знаете, я прошу прощения за это выражение, может, такое вульгарное, выбор между жрать и дышать нам никто уже больше давать не имеет права. В любом случае, все современные предприятия строятся по высоким экологическим стандартам. Если мы говорим, например, про ТЭЦ, то эти ТЭЦ должны совершенно точно обеспечивать там, полный цикл очистки. Да? Если мы говорим о предприятиях, то эти предприятия должны инвестировать колоссальные деньги в экологическую составляющую. Ну, можем привести пример той же самой серной программы в Норильске, где до 90% вообще всех веществ будет улавливаться. И это касается старого производства. Новое производство, в принципе, не может быть не экологичным. То есть завод должен перестать быть синонимом чего-то грязного и такого опасного для региона. Еще один тезис касался роста численности населения. Это важная программа не только для Красноярского края, но и для всей страны. У нас не только естественная убыль наблюдалась, да, такая серьезная в последние годы, но и уже многолетний отток специалистов. Высококлассных специалистов, Ольга, которые здесь Михаил Кочуков с вами категорически не согласен. Да. Вот если верить докладу губернатора, да. В 2023 году впервые положительная демографическая динамика. То есть ситуацию мы переломили. А при этом с медициной у нас что? Потому что это очень тесно связано. Вот демографическая динамика и, в частности, медицина. Потому что медицина – это всегда тоже вопрос номер один. И у нас сегодня вот даже сюжет был на эту тему в рамках проекта «Беспомощная». С медициной у нас медицина. Проблема, это не проблема, как бы, это проблема кадров, да, то есть, то есть это не столько проблема, например, отсутствия высокотехнологичного оборудования, это в первую очередь проблема, конечно, кадров. Вот, например, кстати, вот на прошедшей сегодня с утра сессии ЗАГС Собрания Красноярского края мы проголосовали за дополнительные меры поддержки для медицинских работников, это компенсация им съема квартир, потому что если медицинский работник едет в районе Крайнего Севера, там, конечно, аренда жилья совершенно иных денег стоит, чем, например, в центральных районах или южных районах края. То есть есть вопрос стимуляции нужных специалистов, конечно, не только в конечно. Медицине, я так понимаю. Мы же понимаем прекрасно, что у нас частных медицинских учреждений значительно больше, чем частных школ. Поэтому медику квалифицированному найти подработку в частном секторе значительно проще, чем педагогу. И поэтому, конечно, медицина государственная должна начать и на уровне зарплат, на уровне мер поддержки конкурировать с частной медициной. Я думаю, что, ну, наверное, в ближайшие годы это, возможно, звучит немножко фантастично, но, опять же, в горизонте до 30-го года это вполне реально. Губернатор Котюков достаточно успешно, ведет соцсети, что он там не сам. Я думаю, что он один из лидеров России. Вы знаете, я даже сама лично тоже писала в телеграм-канал. Он вам ответил? Нет, мне лично не ответил, потом по этой теме написало еще 20 человек. Поэтому... У вас есть возможность обратиться в эфире. Реакция была, скажу я, на вот первое сообщение, которое Ньюсмейкер сам выдал, и он тоже написал в чат губернатору, там мужчина. И реакция была. Я скажу вам страшную вещь. Губернатор не должен отвечать на все миллион жалоб, которые приходят к нему в соцсети. Какие цифры прозвучали. Почти 64 тысячи обращений за прошлый год.
Сумма серьезная, и это анонсируется как, если большее доверие, большая степень доверия к власти. Но вот для меня это спорный очень момент, потому что если больше обращаются, значит, больше проблем. Не знаю, больше грамотных людей, которые умеют писать и пользоваться соцсетями. Если мы с вами выйдем на улицу, или начнем... Или хуже руководство, или не работает система, и они верят только губернатору. Ольга, дело не в этом. Значит, да, действительно, у нас все верят только губернатору. Это проблема не только Красноярского края, это проблема в целом страны, что у нас единственный человек, который может все исправить, это первое лицо. Это, к сожалению, данность. Но скажем так, если с вами выйдем сейчас вот за редакции на улицу, начнем считать людей с голубыми глазами, и с каждой минуты будет становиться все больше и больше. Не потому что внезапно они стали рождаться, а просто потому, что начали вести статистику. Я вам скажу в данном случае сейчас не как депутат, а как директор коммуникационного агентства, который занимается работой с жалобами с 2012 года довольно много. Это совершенно нормальная ситуация. Когда ты начинаешь отвечать на жалобы, с каждым днем будет становиться все больше и больше, потому что люди слышат, что ты их слышишь. Люди видят, что ты реагируешь на их сообщения. И в этом смысле то, что обращений так много, это значит, что люди видят эту обратную связь. Это очень важный показатель. Потому что в 2024 году требовать какие-то частные приемы, чтобы кто-то стоит в очереди, приходит, лично поручкаться с губернатором. Ну, мы же прекрасно понимаем, что он физически не сможет принять значительное количество людей. А с помощью команды, с помощью электронных сервисов, с помощью команды живых людей разобрать 63 779 обращений, вот такая статистика прозвучала, это дело вполне реальное. И правильно настроенные вот эти механизмы обратной связи позволяют вообще минимизировать в дальнейшем очень многие процессы. То есть не нужно тонны бумаги переводить на какие-то отписки. И опять же, один человек услышал, это прочитал не только он, но и другие люди, которые участвуют в дискуссии. Вот, как вы верно заметили, тема, которую вы подняли, была поднята еще целым рядом людей. Угу. И ответ на одно сообщение дает сразу информацию всем. Поэтому мне кажется, что это сейчас очень правильный, важный инструмент. И рост сообщений – это как раз оценка, если уж не отлично, то 4 с большим плюсом. Ну, к сожалению, у нас всего минутка осталась. Ну вот самая важная тема, которую затронули люди, по словам губернатора, это дороги, ЖКХ, соцподдержка и мусорная реформа. Мы про это говорим буквально каждый день с экранов, каждый день наверняка приходят вам, как депутату. И я думаю, что вот сегодня мы не успели обсудить, но к этим темам мы обязательно вернемся, потому что это серьезно и важно, и это определяет во многом качество жизни здесь у нас в Красноярске и в крае. Совершенно верно. И мне кажется, что если хотя бы 10% того, о чем сказала сегодня Котякова, будет выполнено, жить совершенно точно мы станем значительно лучше. Вы так позитивные. Хочется прям Маяковского процитировать. Я знаю город. Будет? Ну вот. Это точно. Да? Это точно. Ну что ж, ладно. Сегодня вот такой эфир на позитивной ноте. Его заканчиваем. Ну а от власти нашей краевой, конечно, ждем конкретных решений, конкретных результатов, которые сделают нашу жизнь лучше. Денис Терехов, депутат законодательного собрания, был сегодня в нашем эфире гостем. Это программа «После новостей». Увидимся.